Уже 10 лет Даугавпилсская дума реализует конкурсную программу по софинансированию проектов общественных организаций. Целью этой программы является содействие группам, которые осуществляют общественно значимые проекты и мероприятия на административной территории Даугавпилса, направленные на решение задач в социальной сфере, сфере здоровья, образования, искусства, культуры и молодежной политики. Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в деятельность НГО, негативно сказываясь на организации больших мероприятий, выставок, поездок и других событий. Однако это не помешало в прошлом году поддержать 117 конкурсных проектов, 6 поездок и 5 проектов, связанных с параллельной поддержкой из других фондов. Сейчас многие организации находят новые форматы деятельности, приемлемые в условиях COVID-19. Всего в этом году в бюджете города на программу по софинансированию НГО выделено более 90 тысяч евро. Общая сумма поддержки, которую общественная организация может получить на проект от фонда самоуправления, не может превышать 1500 евро и составлять не более 75% от общей стоимости затрат. Исключение – дополнительная поддержка другого фонда, например, европейских или государственных инстанций. Проектные заявки необходимо подать до 1 февраля этого года. Самоуправление напоминает, в течение одного месяца после окончания проектной деятельности организации обязаны подать отчет о своих расходах и их целесообразности. Даугавпилсская дума просит делать это своевременно. В противном случае самоуправлению придется потребовать возврата выделенных средств. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.